И в продолжение темы. Первый и единственный на Северном Кавказе диссертационный совет по направлению экономика АПК открылся сегодня в КБР. Действовать он будет на базе двух аграрных университетов Кабардино-Балкарского в Нальчике и Горского во Владикавказе, а также Республиканского НИИ сельского хозяйства. В состав диссовета вошли ученые-экономисты из обеих республик. Председателем избран доктор наук Михаил Балкизов. Диссертационных советов по данному направлению в России единицы. Для развития экономики аграрной республики защита работ кандидатов и докторов наук будет иметь большое значение, отметил исполняющий обязанности ректора Аграрного университета Аслан Апажев. На заседании обсудили общее положение и регламент предварительного рассмотрения научных трудов, представляемых на суд нового совета. К слову, с этого года высшая аттестационная комиссия ужесточила требования к защите диссертации. Она должна проходить под прицелом видеокамер и транслироваться в интернете в режиме онлайн.